Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жиндос, и сегодня мы будем продолжать ставить испытания, различные эксперименты друг на друге в Майнкрафте. Да-да-да, ребята, всем привет и большое спасибо за ваши лайки под нашими сериями сумасшедших ученых. Только благодаря вам мы с компаньоном продолжаем убивать друг друга. Все верно, компаньон, все верно. Поэтому наши... Подожди, какие? Это место, придурок. Ребята, все зависит от вас, ставьте огромные пальцы вверх. Чем больше лайков наберем на двух видосах, тем быстрее выйдет новая серия способов. Побежали, давай. Пошли вперед, где я, куда я? Давай же колебал. Дебил. В общем, компаньоны, можно вас так назвать. В этой серии Жеке надо будет... Короче, в этой серии Жека станет небольшим Робин Гудом. Да. Жеке надо будет убить самого Робин Гуда, который спрятан вот тут на дереве. Его надо будет скинуть с помощью яичек. Жеке надо будет найти яичко, которое будет находиться вот тут где-то. Я надеюсь, что все Жека сможет найти то, что какая-то курочка все же выстрелит хотя бы одно яичко, скинуть Робин Гуда, забрать его лук и потом умереть от стрел. То есть он сам же должен будет себя убить стрелами, но только не, как вы знаете, банально, просто стрельнуть вверх, чтобы стрела у тебя самого попала и нанесла тебе какой-то урон. Не-не-не-не-не, все будет намного интереснее. Тут еще будет замешана магия, телепортация, многое другое. Но все нафиг, больше я вам ничего не буду говорить. Не-не-не. Сохраним какую-то небольшую интрижку. Сначала пойдем к Жеке на карту, пройдем его карту, а уже потом вернемся на мою. Поэтому все, давайте, компаньоны, давайте, вперед, в долгий и хороший путь. Давайте, пошли. Ну что, компаньон, вы готовы? Я готов, компаньон, я могу проходить, могу. Да, Эдисон, ты можешь проходить. В общем-то, сегодня, мой дорогой сумасшедший ученый, вы будете отправляться в... Куда? Во времени вы будете путешествовать. Во времени я отправляться, да, буду? Да, Эдисон, я придумал новый способ умереть. Тебе нужно... Да, тебе нужно, в общем-то, отправиться в прошлое на моей машине времени, которую я соорудил. Вот, и изменить немножечко прошлое, чтобы изменилось будущее, и чтобы ты сдох, короче, понял? Еще раз, компаньон, ничего не понял, повторите, пожалуйста. В общем, смотри, Эдисон, вот здесь вот есть машина времени, вот тут она. Да-да-да. На этой машине времени ты отправляешься в прошлое. Понимаешь, в прошлом ты творишь плохих дел, соответственно, изменяется будущее, и ты умираешь, все просто, как будто что непонятного. Сложно все на самом деле, все у вас как-то очень сложно, компаньон. Чё-то я вообще ни хрена не понимаю, что у вас тут происходит, честное слово. Куда мне идти? Чё? Хорошо, машина времени. А что тут за дичь какая-то происходит, а? Эдисон, тебе нужно открыть гараж, в котором стоит машина времени. Да, это я понял, только где я ключ найду, у меня такой вопрос. А вот это ты подумай, что же тут еще есть? Вот, в принципе, несложно, компаньон. Вот, несложно? Короче, типа, несложно, да? Несложно. Да, несложно, да. Все несложно. А что тут еще есть, да? Что тут еще есть? Вот смотри, ну давай, думай. Я тебе не буду давать подсказки, как бы ты сам думай. Ах, ты ж говнёк, нашёл ключ! Ясно. Всё понятно. В общем, Эдисон, чтобы путешествовать за времени, ты должен развить невероятную просто скорость и должен развить такую скорость, чтобы перелететь вот сюда. Это Мерседес, компаньон, это не Делориан. Это Мерседес. Это Делориан. Вы что-то попутали, ну хорошо. Развивай скорость! Давай! Молодец, Эдисон, ты отправился в прошлое. Я в прошлом. Да что происходит? Меня обратно во времени ты поехал. Эдисон, подожди. Компаньон, чуть-чуть не так, компаньон. Просто твоя машина с ума немножко сошла. Да, вообще Делориан, как бы, понимаешь? Да. Вот, в общем-то, Эдисон, тебе нужно... Смотри, тебе нужно натворить плохих дел в прошлом, потом обраться и вернуться в будущее, и там ты, я думаю, подумаешь. А, про плохих дел, ну, я могу, в принципе, банк ограбить, вот, я ограбил банк, смотри, я ограбил, опа. Ты можешь делать все, что ты хочешь, что кроме, ты не можешь ломать блоки, и ты можешь ставить блоки только на красные блоки. Ага. Давай, компаньон, не хочу. Почему? Почему не можешь? Как хочешь. Я хочу их убить, как бы. Наркоман. Наркоман, прикинь? Может, еще и наркоманом станешь, ты точно подохнешь, мне кажется. Не, ну наркоманом я точно не хочу стать. Ну ты ж хочешь сдохнуть, стоп, компаньон. Деталь, а чё за деталь? Вот, не знаю. Деталь какая-то. Какая-то деталь.
какая-то деталь. Что-то непонятно, что-то вообще непонятнее, компаньон. Так, это у нас тут, тут все очень просто, нет никаких скрытых проходов, ты просто вот должен... Ага, а где мне... Угу, ага, ага, шата... А тот, кто... Тот, кто у нас был... Нет, тут у нас никто не был, тут у нас тоже... Нет, тут у нас никого нет. Где мне полицейского найти, чтобы его загрузить? Ну тут в полицейский участок зайди, вот он, полицейский участок. А, вот он, вот он, вот он. Паскуда, паскуда. Ну все, если ты настоящий преступник, наркоман... Нет, вот, ну и вот что-что, но нет, я не наркоман, не наркоман. Да нет, ну наркоман. Ты наркоман, наркоман. Нет, не наркоман, нарком, нет, не наркоман, нарколыга. Нет, нет, нет. Эдисон, ты должен теперь обратно, а что, ты сломал Мерседес, что ли? Ты что, сломал Мерседес? Ну ты вообще, конечно, Что я должен сделать? Ты сломал машину времени, да? Ну я сейчас ее заправлю, подожди, ты не переживай. А, ну-ка, понял, хорошо, вы там заправляете, я пока отправлюсь. Ну все, сади. Я отправлюсь в путешествие. Она просто карманная машина, карманная, компаньон, будущее! Да давай, давай! Эдисон, блин. Блин, что-то не так пошло. Ты, короче, не сдох, а тебя в тюрьму посадили в будущем. А, ну ничего страшного, наркота-то со мной, как бы. Время пролетит незаметно. Ну, с наркотой как бы не так-то и быстро ты умрешь, поэтому тебе нужно найти какой-то другой способ, Эдисон. Ищи другой способ умереть. Тут ничего нету. Другой способ, да, говоришь, другой способ? Да, другой способ, другой способ. И еще это за способ у меня такой. Я вот не знаю, может, попытаешься выбраться из тюрьмы как-то. Вот, мол, вот смотри, что-то хорошо. Он варит брюшка. Так, да. Так, Левер. Так, шериф спит, может. Эй, дебил! Нет, спит, реально спит. Так, идем, возвращаемся обратно, да? Обратно, да. Возвращаем, открываем двери, компаньон, так, подожди. Да. А я вас закрою тут. Это моя... Так. Коллективная туалет-комната, что? Да. Я мыло ронять не буду, я предупреждаю. Я никоим, я мыло ронять... Мыло ронять не буду! Эдисон, тут тебя, кажется, в тюрьме не очень-то любят. Пацаны, я в душ, отстаньте от меня. Я понимаю, что вы со мной хотите, но я как бы сам. Так. Ну, да, ну ладно. А тебе когда мы наняли жопу, да? Ничего я вам не дам, дебилы. А, дебилы. А что они тут делают? За что их посадили, Жека? Эдисон, да они вообще гады. Они насильники-убийцы. Ничего себе, они меня заквасили просто. Ну хорошо, путешествовал я во времени, да, Жек? Путешествовал туда-сюда. Ну что, вы оценили мою сумасшедшую просто из-за этого? Компаньон, было прикольно. Но сейчас ваша очередь, компаньон, умереть. Приходите. Я готов. Вы готовы? У нас сегодня будет... Вы где? Да вот тут я стою, добил. Придурок, что меня тыпешь на твою карту, придурок, кусок, дебил, меня тыпешь на твою карту. Не знаю, что там у тебя происходит, сумасшедший. Бегает какие-то там у него, так, что вы там, не роняйте, ничего там. В общем, компаньон, в общем, сегодня, я понимаю то, что мы ученые, но сегодня у нас будет магия. Да, я понял. Ученые как бы в магию не верят, но сегодня у нас будет магический лес, компаньон, понимаете? Включите изи. Хотя пока не надо, изи потом включи, компаньон. Потом, когда я скажу, тогда изи вы и включите, да. То есть я могу заходить, да? Да. Машину там выкиньте, очистите лучший инвентарь весь и все такое. У меня сейчас ничего нет. Вот. Так, хорошо. Это магический лес. И у вас тут, знаете что? У вас будет проверочка на зрение. Я не буду давать подсказочки, вам нужно найти путь куда-то, найти кого-то, увидеть кого-то, если это магический лес. Увидеть кого-то, найти что-то, пройти и умереть. В общем, что-то как-то пока что все очень сложно, кажется. Пока что все очень сложно. Да? Ага, что-то счет нашел. Какой-то проход куда-то. Вот тут дартс везде, трупы. Вот тут что-то есть. Вот тут финальная ваша точка, компания. Вот тут ваша смерть. Вас ожидает уже. Да, там, да. Но не все так просто, не все так просто. Да, но мне нужно как-то туда попасть, понимаешь? Курицы! Ага! Так, я вижу. Так. Номер 2, 9. А, это, видимо, цифра вторая будет 9, да, от пароля. Да, все верно. Но только я одну циферку нашел. Да, из четырех. Ищите сначала дверьку. Ага, первая. 6. Ага. 6-9. 6-9. Да что вы намекаете, компаньон? Какие 69? Ни на что не намекаю, компаньон. Это не ко мне, как бы, понимаете? Так, подождите, да что ты как-то... Я не понимаю, как эти вообще курицы вот к ним попасть? Это вообще возможно? Подожди, Жека, а ты сначала догадайся, зачем тебе курицы нужны? Ну, яйца, наверное, их взять нужно. Да, будет. А зачем тебе яйца нужны?
Чтобы подкинуть кого-то. А кого подкинуть? Какого-то NPC. Ну, а тебе, может, сначала его надо найти где-то же магический лес. Ага, еще 4-0, я нашел 4-0. Еще последняя где-то должна быть. А я, на самом деле, сам не помню, где она будет, так что... Сундуки некоторые вообще не открываются. Да, поэтому я даже не знаю, где последняя будет, на самом деле. Я не знаю, где последняя цифра. Ну ладно, да, подожди, а где NPC? Вот сам найди его, как бы. Проверка на зрение. Проверка на зрение, компаньон. Блин, да. Понял. Слушай, на самом деле сложно как-то. Я понимаю. Тут есть невидимые блоки. Видимо, это чтобы я никто не запрыгнул, да? Да, да. Хорошо, подожди, я не понимаю. Я, честно, я сам не помню, где у нас последняя карточка. А, не, помню, я знаю, где. Не карточка, а вот это. Последний номер? Последний номер, я его вижу. Так, хорошо. НПС! Где-то, не скажу! А почему я должен тебе сказать? Не самище, самище. А я его вижу. Ты прям такие места, такие спрятанные, смотри. Спрятанные? Спрятанные места. Типа за сундуком каким-то, да, должно быть? Нет. Ага, все, нашел. Нашел, да? Так, да, у меня теперь все цифры. Да, что тебе? Следующие ваши шаги, компаньон. Давайте, диктуйте, давайте. Следующие ваши... Я не знаю, мне нужно как-то побраться к курицам, чтобы забрать... Да, то есть тебе надо найти дверь и надо найти NPC. NPC надо. А что, тут какая-то скрытая дверь, но есть или да. А ну вот, я вижу какую-то, что-то, это типа скрытая дверь? Нет. А как, я думаю, просто на все тыкать или что? Нет, ты просто слепой. Ты его за нее стоял, но ты ее не увидел. В смысле, тут где-то? Ага! Так, подожди, нужно все. 6, 9, 0, 0. 6, 9, 0, 0. Молодец. Так, яички. Яйца. Собирай побольше. Яички. NPC, да? Да, NPC. Надо найти NPC. Странная, вот тут прям такая странная курочка тут одна есть. Ну хорошо, это не важно. А в общем... Да, то есть одна курочка это NPC, я понял. Так, Эдисон, где? Где эта паскуда? Покажи мне ее. Так, вот ты... Ага, вот это, мне кажется, это, у нее звуков... Алмазик. Я теперь богат, всё отлично. Ты богат, но я тебе дам, Жека, я тебя разочарую, это был не тот NPC. А, не тот. Это тебе тоже пригодится, но это был не тот. В смысле, я ничего не понимаю, где... Жека, проверь, я тебе дам подсказочку. Самый главный NPC у тебя находится в начале локации. Это ключ ко всему. Ключ твоей смерти. Ключ к моей смерти. Да, он где-то вот тут находится, да, где-то вот тут. Я не знаю где, Я тоже не знаю где. Да куда ты ушел? Я не знаю где Эдисон. Ну смотри, открой свои глаза. Сосредоточься. Так, открываю... Ага, вижу какую-то Ой, посмотри, что сломал. Голову вижу. Да. Да. Опа! Великолепно. Прям снайпер. А что с него не выпало? А с него выпало? Ну ты ищи, где-то что-то выпало. С него должно было выпасть. И это ключ, Жека. Это ключ ко всему, понимаешь? Ключ. Уверен, что с него что-то выпало? Да, с него выпало. Ты уверен, что это где-то здесь? Да. Лежит? А. Вот. Так. Всё, отлично. Идем дальше. А, стрелы нужно сделать, стрелы. Да? Да, но... Стрелы тебя уже ожидают. Ожидают тебя уже стрелы. Что да. Самое главное, вот... Тут финальная локация, чтобы умереть. Но как туда попасть? У тебя есть алмазик. Алмазик. Понимаешь? И что? И алмазик тебе надо выторговать за этот алмазик проходик в эту комнату. Ёханы бабаханы, это мне у кого надо этого выторговать? А вот ищи НПСа. Еще одного. Я тебе дам подсказочку, он в этой локации. Вот сейчас, где ты сейчас находишься, он где-то вот тут. Да вот это вот дичь маленькая, да? Какая дичь? Какая-то дичь маленькая. Ну это твое яичко, если чё, Жек. А, ну конечно. Да, это твое. Это яйцо Кощея Бессмертного. Так, молодец. Стрелы! Ой, а где это я? Не знаю. Что мне это, понимаешь? Не знаю. А что это мне закрыли, да? Зачем? У тебя есть стрелы? Стрелы есть? Да. Лук есть? Ну, все умирает. Да. В смысле? Ну есть стрелы, есть лук, умирай. Ну типа я могу себя подстрелить, но на я на писфуле не записывались. Ну так ты изи, да, изи поставь, да, поставь изи. Так, подожди, тогда нужно снять свою одежду. Выпусти меня отсюда. Нет, ну как бы я же сказал, это финальная локация. Это я должен типа выстрелить, нажать на кнопку? Да.
Ёханы! Опа! Ага! Нифига, это стратегия! Ой-ой! Жека, подожди! Не стреляйся! Я манал твою сраную карту, почему меня ты... Почему я в тюрьме? У меня такой вопрос! Вот наркоманить не надо было! Потому что надо нормально карту делать! Где я вообще? Сейчас во время прохождения моей карты меня куда-то тпхало, непонятно куда. Ну, Эдис, понимаешь, ты изменил прошлое. Опа! Жека. Ну, это гениально, компаньон, это гениально. Это гениально, это гениально. Вот ты говоришь, выпусти. Это просто гениально, компаньон. Это гениально, не каждый раз так ты можешь умереть, понимаешь? Телепортом стрелой себе в задницу. Куда меня тпхало, помогите. Я сам не знаю, куда ты тпхало. А, так это потому, что ты со своими изи. А вот если было на писифул, то не писифул было бы. Но было бы на писифул, было бы все писифул. Это мое место, компаньон, убегайте отсюда. А в общем, компаньон, в общем. А, нет, проблема какая. Какая проблема? Я забыл очечки свои одеть, подожди, вот. Вот ты дебил. Ну одевай очечки свои, вот это. Да, молодец. Да, все. В общем, ребята, ставьте огромные пальцы вверх, давайте наберем по 15 тысяч лайков на моем и на Жекином видосе. Сразу же выйдет продолжение с... Как умереть в Майнкрафте, как убить друг друга, поэтому не ленитесь, поставьте лайк прямо сейчас. Я зеленый сумасшедший ученый, комментируйте, и отдайте мое тело науке! И до свидания, в принципе, да.